В Украине стартовали 30-е областные студенческие игры. 23 команды студентов высших и профильных предвысших учебных заведений города и области собрались на торжественном открытии универсиады, центром которой стал спорткомплекс Национального университета Одесская юридическая академия. На данный момент мы выбрали данную площадку, так как она является центром города и Одесской области. Она является меккой студенческого нашего областного движения спорта. Вот. Прекрасный вид, прекрасные взаимоотношения комитета и юридической академии, так как мы проводим уже неоднократно наши мероприятия не только областного масштаба, но и всеукраинского уровня. Свою студенческую команду представили и хозяева поля. Помимо того, что спортивные комплексы Одесской юракадемии принимают престижные чемпионаты различного уровня, областного, всеукраинского и международного, университет также уделяет большое внимание развитию своих студентов в спортивном направлении. Занятия физической культурой есть на всех факультетах, ведь здоровая молодежь – это спортивная молодежь. В Национальном университете Одесской юридической академии огромный раздел учебного процесса посвящен развитию физической культуры и спорта студента. Мы прекрасно понимаем, что сегодняшняя студенческая молодежь – это будущее нашей страны. И в рамках Всеукраинской олимпийской недели, которая проводится сейчас повсеместно в Украине, сегодняшний наш праздник, посвященный студенческому спорту в том числе, в юридической академии дал старт началу проведения студенческой спартакиады. Сергей Васильевич всячески поддерживает спорт. Он делами своими подтверждает этому есть сегодняшнее проведение этого мероприятия на наших спортивных площадках. Решила принять участие по своей инициативе, так как я являюсь достаточно активной участницей в своем городе. Я занималась легкой атлетикой и плаванием. Для меня спорт играет очень важную роль в моей жизни. Я на протяжении 8 лет занимался футболом, потом бросил, но регулярно поддерживаю себя, так скажем, в физической форме и люблю все, всякие разные такие мероприятия, связанные со спортом. Тем более первый курс, надо как-то поддержать юридическую академию. Отмечу, что Национальный университет Одесскую юридическую академию несколько лет подряд Одесское областное отделение комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины признает самым спортивным вузом страны. А президент университета Сергей Кивалов возглавляет региональную организацию Всеукраинской федерации ученического и студенческого спорта. Сергей Васильевич на данный момент является у нас в Одесском регионе руководителем ученической студенческой спилки. То есть на данный момент мы рука об руку, плечо в плечо сотрудничаем и делаем все возможное, чтобы физическая культура и спорт в нашей области среди ученического студенческого молодежи процветал и действовал. В рамках Одесской областной студенческой универсиады сборные факультетов различных университетов будут состязаться в командных видах спорта, среди которых футбол, волейбол, баскетбол, гандбол. Не обойдется и без королевы спорта – легкой атлетики.